Алексей Евгеньевич, два матча в Туле, две победы. Поздравляем, ваши комментарии. Да, спасибо большое, но очень тяжелый для нас выезд получился. И как команда противника очень здорово играла. И первую игру, и вторую игру. И сегодня такая игра была для нас очень непростая. Наверное, сами мы где-то в какой-то мере себе подпортили этими удалениями. Это получалось, все время игра разбивалась на отрезки. Мы вроде начинали поддавливать, потом удаление. Возвращались в обратную сторону. Поэтому, но в целом я очень доволен, ребятами, молодцы. Вы сказали после матча, что играли все 60 минут от начала до конца всей команды. Наверное, это был залог нашей победы в первой игре сегодня. Ну, это уже не первая игра такая, да. Ребятки все-таки услышали нас и уже достаточно долгое продолжительное время играют так вот именно все 60 минут. И самое главное, что очень приятно, все в этом задействованы. Не только те ребят, которые на льду, но и те, которые не одеваются даже. Все равно чувствуется их поддержка, они находятся с командой, это очень приятно. Сегодня лучшим игроком стал Леонид Смирнов по версии команды. Кого можете вы также отметить? Ну, сегодня понятно, да, что Леня, конечно, это был стержень наш. Он зачищал все наши огрехи, так же, как и предыдущую игру. Но сегодня как раз вот не хотелось бы, наверное, кого-то выделять. От первой до последней секунды все сражались, молодцы. Сегодня мы максимально приблизились к зоне плей-ин, уже 30 очков. Буквально вот наравне идем с командой, которая идет на третьем месте. Насколько радует этот момент? Ну, знаете, я думаю, что сейчас, наверное, радоваться нет смысла, потому что впереди еще достаточно большой промежуток и отрезок, да, игры. Вот, и выезды у нас сейчас пойдут тяжелые, плюс у нас количество игр больше, поэтому, ну, сейчас, наверное, не стоит на это внимание обращать, хотя, в принципе, для ребят это, наверное, тоже должно быть приятно. Впереди еще 8 матчей на выезде, желаем успехов. Да, спасибо, и если можно, хотел бы сегодня поздравить вот и от себя, и от ребят всех наших мам. Сегодня такой замечательный праздник, потому что я думаю, что каждая из наших мам, они тоже участвовали в нашей игре. Поэтому всех с праздником. Праздником, спасибо.